Сборная Левашинского района заняла первое общекомандное место на юношеских кавказских играх. Фестиваль национальных видов спорта памяти заслуженного тренера России по боксу Магомеда Магомедова прошел в Махачкале. Кубок первого олимпийского чемпиона на Северном Кавказе Гайдарбека Гайдарбекова достался сборной Левашинского района. Второе и третье призовые места завоевали, соответственно, дружины из Каспийска и Кайтакского района. Обладателей наград определяли около 250 участников. Соревновались они в беге на 100 и 800 метров, в эстафетах 4 по 200, в прыжковом двоеборье, в метании гири, в скачках на одной ноге, в переносе тяжестей и в перетягивании каната.